Ну и в продолжение темы собственных соток. Дефицита на землю под строительство индивидуального жилья нет. Об этом в интервью нашему телеканалу сегодня заявил председатель Государственного комитета по имуществу. Как пояснил Андрей Гаев, в зависимости от количества обращений будут формировать дополнительные наделы для продажи. Без аукциона можно приобрести и участки в сельской местности. Для справки, в республике около 66 тысяч граждан сегодня хотят получить землю под строительство своего дома. Из них 33 тысячи стоят на очереди в Минском районе. Это и минчане, и жители других регионов страны. На территориях востребованных районов, близких к городу Минску, придется определенное количество времени на очереди простоять. Но можно этого и не делать, если выбрать территории, где земельные участки для не нуждающихся в улучшении жилищных условий предоставляются без их проведения, без проведения аукционов. Перечни территорий, где аукционы проводятся для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий, определяются областными исполнительными комитетами. Также стоит отметить, об участках, которые продаются на аукционах для строительства индивидуального жилья, местные власти должны предоставлять полную информацию, чтобы в дальнейшем собственники не столкнулись с дополнительными вопросами при застройке территории.